Общегородской субботник в Донецке начался в 9 утра. Уборка листвы и высадка цветов. Этим на территории парка Ленинского комсомола занимались работники Зеленстроя. В работе эту технику коммунальщики сегодня опробовали впервые. Насадка, установленная на этом мини-погрузчике, рубит кустарник. Оборудование срезает ветки толщиной 10 сантиметров. Это помогает ускорить процесс расчистки парков и посадок. Она его первым разом, допустим, один раз проходит, размалывает на щепки, второй раз проходит назад, перемешивает с грунтом, и получается у нас и земля удобрена, и сама местность очищена. Если ровная местность, то он может за день гектар где-то сделать, убрать. Если вот так, как тут, то ему нужно время поболее. Оценил качество работы новой установки и донецкий городской голова. По словам градоначальника, увиденным остался доволен. Такая механизация для зеленстроицев крайне необходима, и мы будем ее использовать по доведению в порядке расчистки территории парковых зон на территории города. А сегодня весь город занимается санитарной уборкой. Я надеюсь, что около 40 тысяч дончан примут участие в осенней уборке территории нашего города. Еще один субботник пройдет в конце октября или начале ноября. Тогда в Донецке планируют посадить около 12 тысяч деревьев и столько же кустарников. Городские клумбы пополнят 30 тысяч кустов роз. Светлана Киктева, Василий Дмитриев, «Панорама».